Хибинах прошел второй фитнес-фестиваль. На этот раз в рамках соревновательной части своей тренировочной программы на суд жюри представили три инструктора Кировско-Апатитского района. Маргарита Спорягина, Дарья Ставицкая и Мария Андреева. Фитнес-фестиваль прошел в Кировске на площадке Дворца спорта «Горняк». В числе участников все желающие испытать себя, а заодно совершенно бесплатно, используя как минимум для фигуры, пройти полуторачасовой тренировочный комплекс. А точнее сразу три комплекса подряд от трех разных инструкторов. Фитнес-марафону предшествовала разминочная программа. А дальше настало время участницам получать удовольствие от нагрузки, а конкурсанткам продемонстрировать свой инструкторский максимум. Победительницей второго фитнес-фестиваля стала кировчанка Мария Андреева.